Всем привет, Blender 2.81, и этот ролик хотелось бы посвятить тому, что армии Мэн нужен город, именно в котором будут проходить боевые действия, какие-то события. Нужно сделать дома. Есть аддон, который поможет нам это все дело сделать по-быстрому. Можно, конечно, самому смоделировать, повытягивать, там, экстрадирование, добавить окна. Опять же, окна, двери есть еще отдельный аддон. А этот аддон идет уже полностью для дома. Для его создания идет окна, там тоже двери, балконы. Короче, давайте разбираться. Делить на клавиатуре, удаляем куб. Заходим в Edit, находим преференции. И вводим вот здесь в поисковике Building. Находится вот такой здесь аддон Mesh Building Tools. Но его нужно скачать, а потом сюда установить. Вот вводите в поисковике в Яндекс или в Google вот это вот название Mesh Building Tool. Или пишите просто аддон Building. И он вам высветит некоторые варианты. И там вы все это дело можете скачать. Ну, посмотрим, как он работает. Давайте. В N-панели он появится. Вот будет Building Tool. Высвечивается вот такое вот окошко. Жмете Grid Floor Plan. И находим вот эту вот вкладку сбоку. Находим, какой именно вариант дома нам нужен. Круглый. Можно водонапорную башню, допустим, сделать. Так, вот квадратный дом. Так, это уже смотрели. Циркл. Композит. Вот, давайте с композита сделаем. Итак, заходим, жмем табуляция в режим редактирования. В Edit Mode жмем Add Floor, и у нас появляется вот такой первый этаж. Если нам нужно два этажа и более, вот это Floor Count, здесь нажимаем и делаем этажи. Вот так вот. Ну, здесь настройки, опять же, можно его сделать сплюснутым, вытянутым, потом можно вот эти края повыделять вот такие. Это может уже автопарковка быть, допустим. Где-то в таком варианте. Ну, пока давайте вот так вот уменьшим. Итак, появился дом. Теперь нужно переключиться на полигон. Выбираем верхний полигон, жмем Add Roof. Появляется у нас кантик, вот этот, именно отделяющий от этажа крышу. И теперь выбираем полигон. Add Roof можно еще добавить один. Сделать его выше и, допустим, выпирающий вперед, ну как портик, и выбираем именно хип, вот эту, это будет крыша. Крышу можно также сплюснуть, вытянуть и поднять кверху, вот так вот сделать, вот, ну, мечеть какую-нибудь или церковь, вот такая штука. Так, дальше нам нужны балконы. Так, единица на нампаде, чтобы лицевая часть была. Опять же, полигон выбираем. Так, вот этот, вот этот, вот этот. Нет, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. И вот эти тоже полигоны мы можем выбрать. Вот так. Добавляем балконы. Ждем. Появляются балконы. Здесь, опять же, вот этой вкладке есть варианты балконов. Нажимаете, выбираете, какой будет у вас балкон. Бетонный или арматура, вот это. Так, единица на нампаде. Теперь нужна дверь. Дур, это вот она. Здесь можно ставить две двери. Допустим, в подвал и на этаж. Выбираем вот этот полигон, вот этот, вот этот. Следом вот эти полигоны тоже через Shift зажатая левая кнопка мыши. И добавляем окна. Window. Также можно добавить по два окна, по три и так далее. Вот быстро получился вот такой дом, многоэтажка. Вариантов очень много тут. Ну, в принципе, не так много, но хватает, чтобы создать маломайский город. Вот такая штукенция.
Также здесь есть материал Tool, можно назначать материалы вот этим вот этажам, полигонам и так далее. Это, надеюсь, вы уже сами поэкспериментируете, не буду в это дело вдаваться. Тем более я буду делать по-своему, по-другому, потом, возможно, вам покажу. Все, всем пока, до свидания.